Программа проекта «Педагогические выходные» рассчитана на обучающихся педагогических колледжей и старшеклассников. На тренингах участники примеряют на себя роль учителя и получают опыт первых профессиональных проб. Первый наш выезд был в город Бугульму. В Бугульме есть, оказывается, педагогические классы, где обучаются дети с прицелом вот на поступление именно в педагогические вузы. И в течение 2 дней кафедра педагогики, кафедра психологии проводили эти занятия. Очень понравилось, дети написали отзывы, в восторге, и, в общем, первый наш опыт получился очень удачным. Преподаватели Казанского университета уже побывали в нескольких городах Республики Татарстан, а для елабужских школьников занятия прошли в стенах вуза. Дети, которые не определились до сих пор, и им это очень сложно сделать, на них давит окружение, но когда они попадают сюда, они становятся более открытыми и более восприимчивыми к новой информации. Есть люди, которые действительно сюда поступят после этого мероприятия. Я в этом уверена, даже большинство. В планах организаторов – расширение проекта, совместная работа школьников со студентами Елабужского института, а также выездные занятия на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник». Ариадна Кугушева, Айдар Нурмиев, Универньюз.